Hi everyone and welcome back to Tony Shi Chinese English Russian video blog uh, coming to you from Shenzhen China uh, today's video will be for those of you who can speak Russian who is going to be learning English and or practicing English so therefore right now I switch to Russian language Всем привет друзья сегодня мы с вами поговорим об английском языке и тема сегодняшнего видео English and Punctuation, punctuation, как вы уже заметили, какие-то symbols, символы уже, signs or symbols уже написаны на доске. И это видео одно из серии Unknown English, неизвестный английский язык. Если вы знаете, молодцы! Ну а кто не знает, мы сейчас все разберем, попрактикуем произношение и потом еще кое-что будет. Давайте, начинаем! Готовы? Поехали! Итак, друзья, на доске сегодня представлено. С левой стороны знач, значки вам все знакомые: три точки, точка, запятая, точка, тире, пробел, дефис, точка, запятая, восклицательный вопрос, знаки и так далее. Здесь немножко даже математики. Ну и давайте все разберем последовательно. Даже есть значок собачки. Как это все сказать на английском языке? Поехали, вперед! Итак, давайте начнем с, наверное, самого распространенного. Это запятая. Кама. 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 Кама это запятая и произношение именно такое. Кама. Кама. Следующее слово, следующий знак, символ, sign is... what? Перед. 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 Как сказать в предложении, если в случае с запятой там все просто, это запятая есть запятая, point, или в математике это тоже будет как... Э, запятая будет как comma, и в математике это будет как point. Э, в случае с предложением, когда мы пишем какое-то предложение, какие-то выражения, то мы говорим точка, мы говорим... Предложение заканчивается, мы можем сказать full stop, как полная остановка. Full stop. Либо мы скажем period, period либо мы скажем... Uh, точка, как, uh, например, в uh, адресе электронной почты мы скажем dot .com, google.com, google.com, dot google.com, dot, dot. Если в предложении, то это period или, соответственно, можно просто сказать full stop. Uh, ну или как какая-либо точка, вот как нарисованная точка на доске, это point, point, point. И здесь я написал всего два, два слова period or dot, dot dot в случае с электронной почтой dot com теперь вы знаете следующее выражение dash and hyphen dash or hyphen dash hyphen hyphen dash um, uh, пробел oh, нет не пробел dash um, как сказать dash тире дефис вот тире и дефис забываю что-то я русский язык тире и дефис тире как dash, или нижние подчеркивание тоже можно сказать как dash. То есть вот эта длинная палочка, это dash. И короткая палочка, которая между словами, это hyphen. Uh, hyphen. Hyphen. Dash or hyphen. Dash or hyphen. Следующее uh, выражение ⁇ точка запятой. И uh, забыл я нарисовать. ⁇ точка... А, ну и, собственно говоря, не обязательно рисовать вообще. Colon. Colon. Это двоеточие, colon, 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 двоеточие. Ну а точка запятой, как мы говорим, э, semiconductor, например, да, полупроводник. В этом случае мы скажем полу-полуточие, э, да, то есть точка запятой. Точка и недоточка. Это semi-semi-colon, semi, semi, -colon, semi -colon. Точка запятой и colon это двоеточие. Все же понятно? Следующее выражение: exclamation or Question mark. Exclamation mark or question mark. Exclamation mark. Exclaim. Exclamation. Exclamation. Восклицание. Exclamation mark. И question. I want to question you. Я хочу подавать тебе вопросы. Question. Question mark. Вопросительный знак. Question mark. Mark. И Далее у нас. Э, скоро уже начнется математика. Слэш, слово слэш мы с вами знаем. Это. Многие используют его в речи, несмотря на то, что это слово не русское, а слэш, как вот эта палочка, слэш делить, разделять, слэш, соответственно, слэш, и ничего не нужно больше говорить. Дальше собачка, значок собаки, я думаю, что практически никто не знает. Ну, потому что никто как-то и не использует это слово, но а сегодня это at, at, теперь вы знаете. Почему at, at как на чем-либо. То есть, если мы говорим почта на Google, то мы говорим там мое никнейм, например, Тони at google.com. Тони Лауши at google.com. То есть, Тони Лауши собака google.com. Тони at google.com. Google Поэтому значок собачки это add. На самом деле, происхождение ä, собачки такое интересное. И когда оно, само это слово появилось, кто-то говорит, что это сокращение от слова addition. Add, Add, то есть добавляется что-то либо еще, какой-то портал, на каком портале. Add, но это не точно, информация проверена. Если вы знаете происхождение вот этой собачки, пожалуйста, напишите свой комментарий. Ну а мы двигаемся дальше. Следующее, это пошла математика. И, конечно, это не является пунктуацией, но так или иначе, наверное, эти знаки все равно могут пересекаться, встречаться. Поэтому я посчитал нужным их тоже включить в сегодняшнее видео, конкретно в пунктуацию. Итак, круглые скобки. Round, как круглый, round и скобка bracket, round bracket, round bracket, round brackets, round brackets. Ну или можно сказать как кривые скобки, то есть округлые кривые скобки, это curve, curve, curved bracket, curved bracket, curves, curved brackets, curved brackets. Либо round brackets, как можно, как в математике говорят round brackets. Либо заостренные это square brackets. Square как квадрат, то есть квадратные скобки, это square brackets. Надеюсь, вам видно. Square brackets. Следующий это plus. Plus, плюс в русском языке. Plus на английском. Plus, plus. Uh, либо как в математике это addition, add. Plus, minus, minus, minus. Or we can say subtraction, subtract, то есть вычитать, subtraction, minus. Uh, либо, вы помните, да, hyphen или dash. Кстати, забыл сказать вам еще про uh, пробел. Я упомянул, думаю, uh -huh, скажу чуть позже. Пробел, как сказать пробел? Это space, space, space. Space как космос, да? Space, пространство, то есть место, пространство. Space, space. Multiply, то есть uh, multiplication sign, multiplication sign, uh, знак um, умножения multiply, multiplication sign. Следующее это divide, divide, division sign. То есть divide, делить, division, деление. Соответственно, division sign, знак деления. И дальше у нас значок equal, equal, equal. То есть эквивалентный, equal, equal, equal sign, right? Equal sign. Ну что, вот и все. А стоит, наверное, добавить еще про скобочки. Round or Curved Brackets. И запятые. Бывает, что выделяются, например, можно как сказать, то есть две круглые скобки или... Две точки, что-то выделяется в предложении запятыми, либо дефизами, от тире выделяется, либо выделяются скобками, то есть то, что необязательная часть предложения, предложение, смысл предложения не поменяется, это называется parenthesis, parenthesis, parenthesis. Но это так слово. то есть две скобки могут называться как parenthesis, когда, ну я уже, в общем, объяснил. Ну вот и все, друзья, на сегодня. Если вам понравилось это видео, если вы этот ролик считаете полезным, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте делиться этими видео, чтобы они как можно больше народу узнали и, соответственно, наше движение становилось большим, канал рос и так далее, чтобы Тони Лавши видел для себя какую-то мотивацию, видел, что вам это интересно. Спасибо за просмотр. И что, следующее видео будет уже, наверное, о китайском. А может быть, опять об английском. У меня уже планы написано и на английский, и на китайский. Поэтому я посмотрю, что можно сделать побыстрее. Ну, вы пишите пожелания, что вам интересно. Я смотрю, какая-то активность появилась в сторону английского языка. Может быть, делать больше об английском. Все. На сегодня. В следующий раз. Увидимся. До встречи. Покеда.